В мэрии Магадана прошло аппаратное совещание по работе служб города. Его провел глава областного центра Юрий Гришан. Встреча прошла в режиме видеоконференц-связи. На ней сотрудники служб Магадана отчитались мэру о проделанной работе. На совещании глава областного центра дал поручение внести изменения по проектному решению ремонта трассы по улице Берзина. Значит, давай так договоримся. Вот Александр Валентинович здесь, я поручение ему даю. Отинициировать завтра совещание на уровне первого заместителя мэра города Магадана, и пусть твои принесут картинки и покажут, как это пойдет. В этом совещании должны принять участие, первое, горсвет, они слышат меня, я не тебе говорю, горсвет, водоканал и теплосеть. И ГЭЛУД. На аппаратном совещании возник вопрос о взаимодействии с горожанами, которые находятся уже в пожилом возрасте, маломобильны, болеют и имеют вредные привычки. Глава областного центра дал распоряжение о работе с такими гражданами и сносе ветхих строений, в которых живут такие люди. Значит, надо этого человека отправить на обследование, положить его в больницу. После больницы подыскать ему социальное учреждение, в котором он будет жить. Как отметил градоначальник, это не просто снос домов, а решение социальной проблемы людей. Иногда в таком случае горожане не знают, куда обратиться. Мэрия Магадана работает над тем, чтобы таким гражданам выделить квартиры, общежития или разместить их в социальные учреждения. Это не просто снос ради сноса. Это помещение людей в человеческие условия для проживания. Да, это не комфортабельная трехкомнатная квартира, даже комнаты в общежитии, есть где туалет, есть вода, электричество. И душ. И тепло, и душ при желании.